И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайкер, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами впервые за 40 тысяч лет мы пообозреваем обновленную пушечку, которая изменилась, ну я не думаю, что сильно, но как-то изменилась в балансе. Посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас 40 игровых аккаунтов, и установите мой личный так так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего списка обновлений, то у нас, получается, неделю назад был последний список обновления, и здесь поменялась у нас пушка Гаусс в балансе, время наводки перед залпом стало дольше, время перезарядки после залпа стало меньше, ну и время удержания цели до срыва стало тоже больше. Посмотрим, что изменилось с этой замечательной пушкой. К сожалению, у меня, конечно, нет лучшего устройства на эту пушку, это Гаусс на дальность. Если бы у меня был бы Гаусс на дальность, было бы вообще просто максимально шикарно. Но возьмем сейчас какое-нибудь такое стандартное устройство. Стандартное устройство это какое? Ну давайте возьмем, например, что тут интересное было. Крупный калибр был интересное устройство на Гаусс. Ну и отправимся в матчмейкинг и посмотрим, что у нас из этого всего дела вместе с вами получится. Ну а вы проявляете максимальную активность на данный видеоролик, если вы хотите больше видосов игрового формата, если вы хотите вообще в принципе больше контента на нашем основном канале. Ну и пишите, какие вооружения, возможно, новые, обновленные, либо там устройства хотели бы вы увидеть в ближайшее время на обзорчиках. Поэтому проявляйте активность. Ну а я буду стараться как раз таки по вашим советам какие-то контентовые видосы выкладывать. Так, запикивает меня на Александровск в режиме Джаггернаута. В принципе, наверное, неплохая карта для реализации такого вооружения. Ну и наша задача посмотреть вообще, как чувствует себя Гаусс в матчмейкинге. В моем понимании, эта пушка уже на протяжении супер длительного периода времени находится в плохом балансе, да, и она из себя не представляет ничего такого сверхкрутого. Но, быть может, сейчас что-нибудь интересное нам это все-таки пушка покажет. Посмотрим. Пока по первым сводкам я ничего не заметил. Ну, в принципе, там и особо не заметишь, когда у тебя 0,2 там, да, вроде секунды разница при сводке. Плюс, если учитывать, что это еще устройство дополнительно тоже меняет характеристики нашей пушки, то изменения, конечно, ну, максимально маленькие для такой пушки, которая на сегодняшний день находится не в лучшем своем балансе. Ну, я бы сказал, что все-таки, ну, надо как-то Гаусс более в порядок приводить. Потому что, по сути, сейчас на этой пушке, в моем понимании, есть только одно устройство. Это устройство на дальность. Да, на дальность, да. Гаусс на дальность реально хорош. Его можно круто реализовать. И с ним можно показать плотненького контентика. Ну, а все остальное, это такое, более смешные, я бы сказал, устройства, которые в матчмейкинге на сегодняшний момент времени, ну, не могут показать никаких прям супер достойных результатов. Так, 75 очков у меня. Пару килочков я тут дал. И мне насыпают джиггернаута. Ну, вы знаете, как я играю на джиггернауте. Мой профессионализм, как говорится, это вот такой вот оверпуш жесткий. Оверпушинг противника. Так, ну, вражеский джаггер сливается. Соответственно, мы можем дождаться еще одного джиггернаута, чтобы показать ему плотненького контентика. Так. Нормально у нас обзор на Гаусс, я смотрю, получается, в принципе, да? Уже можно и по джиггернауту. Блин, надо было сближаться, если честно, это было, честно говоря, плохо сыграно в моем исполнении. То, что я не сблизился с джаггером и решил накидывать сдалека урон. Потому что, по идее, я его должен был просто сам забирать. Если бы подъехал бы в упор, а не стал дистанцию какую-то разрывать. Так, 9 минут до конца боя, счет 4-4. В принципе, меня все устраивает, если мы эту катку не проиграем. Если мы эту каточку выиграем. Так, гранатка вниз залетает, неплохая. 4000 урона, очень долгая перезарядка после свод. Прям максимально долгая перезарядка. 4000 урона со сводки я наношу, а потом я как будто бы жду просто вечность,
пока у меня появится возможность наноса еще одного дополнительного урона. Так, ну Джаггер у нас, кстати, должен быть лоу. Джаггер должен быть лоу. Нифига, угол хороший. Ничего себе, у Гаусса такие углы прям прекраснейшие. Углы, конечно, мое почтение. Прям очень неплохо, когда ты можешь с верхней позиции там через просто пикселя вестись по оппоненту. Это выглядит неплохо. Так, еще бы тиммейты бы мне не мешали, было бы вообще превосходно. Но я уже, если честно, не удивляюсь тиммейтам. Из-за того, что я тут видел в последнее время в игре. Это, конечно, еще так. Более-менее так. Но обычные выстрелы у нас получаются... Ну, тоже не сказать, что с очень быстрой перезарядкой. Да, то есть, ну, по сути, пушка до сих пор находится, ну, в ужасном балансе. Относительно, например, там, того же Грома, да даже Смоки. Гаусс прям выглядит очень слабо. Очень слабо. То есть, в моем понимании, эта пушка должна быть, ну, плюс-минус как Гром. Но ей до Грома по балансу очень далеко. Прям очень далеко. Чтобы она была как Гром, ну, надо, наверное, в два раза ее апнуть, чтобы она была нормальная. Но у меня просто 200 очков. За полбоя 200 очков. Учитывая тот факт, что я еще и на лучшем корпусе игры. Это, конечно, выглядит прям очень слабо. Попробуем здесь водочку дать, посмотрим, сколько урона будет. Тут, понял, слабовато. Это тоже такая кисленькая. Так, мы можем, в принципе, по этому Джаггеру. А, ладно, его уже сливают. Хотел я овердрайв прожать. Но оказался слабоват боец. Так, дождемся еще одного Джаггера. Попробуем по этому Джаггеру уже накинуть дамажечку. Джаггер у нас респуется справа. Сюда ехать надо до него, чтобы прожать эудичку. Так, здесь противники пытаются что-то накидывать. Вот такая шарелочка залетает. Ну, шар работает, конечно, идеально. Дамажечка залетела. Лоу Джаггер остался. Я думаю, что наши тиммейты могут, в принципе, его и добить. Ну, там реально нулячий остался. Джаггернаут 100%. Я там 25 тысяч урона нанес. Плюс-минус. Где-то около 25-ки залетело. И один тиммейт не добавил урона. Ни один тиммейт не добавил контентика. Ну все, он ноль. Он не может быть, что у него там столько хп. Возможно. Либо он свой овер. Нет, свой овер не юзал. Соответственно, у него 0 хп и оставалось. Все-таки там с шарелы довольно некисло залетает. Учитывая тот факт, что сейчас шар работает просто превосходно. Я вчера видеоролик тоже по этому поводу записывал. Если вдруг не видели, можете тоже посмотреть. А Реса шар, конечно, работает просто превосходно. Ну, Гаусс со своими сводками, конечно. Я не знаю. Мне кажется, что это очень слабая пушка. Очень слабая. Прям вот максимально слабая пушка на сегодняшний день по балансу. И ее надо реально апать. Реально жестко апать надо эту пушку. Мне вот интересно узнать мнение тех игроков, кто играет на Гауссе прямо сейчас. Да, что вы скажете вообще по Гауссу? Как вам эта пушка по балансу? В моем понимании, она очень слабая. Прям максимально. Ну вот единственное, только я могу ваншотать средние танки, если они без ДАшки. Да, но дальше все. Ну как бы, ну это что такое? Что это такое? Тут и игроки, конечно, мейкинги сильные. Так, ну я сделал супер ход, дав сводку по оппоненту и под ревняком забрав Джаггернаута. Плюсанул себе супер прибыль. 10 Джаггеров у нас уже есть. Попробуем сейчас оформить здесь досрочку. Водки, конечно, ну, можно наносить урон, да, но в моем понимании сейчас на Гауссе есть только одно нормальное устройство. Это Гаусс на дальность. Вот с Гауссом на дальность как будто есть возможность сделать большое количество киллов в матчмейкинге. С любым другим устройством, наверное, в моем понимании нету такой возможности. Как ты бы не хотел, как бы ты ни играл, тебе все равно таких возможностей не будет. Но то, что по 4000 урона ты со сводки можешь нанести, ну это неплохо, да. Как у тебя после того, как ты сводку дал, переодевал, как говорю, перезарядка 40 лет. 40 лет ты просто стоишь и ждешь, смотришь, как противник наносит по тебе урон. Это, конечно, грустно. Так, ну давайте такую шареллу запущу. Что получится? Хорошенький урончик. Хорошенький дамажик. Еще плюс по тиммейтам немножечко залетел.
Дополнительный саппортик. Так, вражеского джаггера мы сливаем. Отлично, 565 очков. Ну, по очкам я как-то все равно вылажу все-таки в нормальные количества. Да, то есть, ну, такая вот очень вязкая, пассивная игра должна быть с Гауссом на сегодняшний момент времени. Чтобы от него была польза. Чтобы он мог наносить хоть какой-то дополнительный урончик. И в этом был какой-то смысл. Такие вот сводочки по 4000 урончика залетать должны. Ну, заходит тиммейт под джаггера. Ну, должен сливать, отлично. Так, нам остается 2 джаггернаута до досрочки. У нас, кстати, вот, например, тиммейт играет на рельсе. С чем? С крупнокалиберкой. Крупнокалиберкой он играет, и у него, в принципе, неплохо получается. Тут уже в чате пишет человек: Ванька, стрим, что ли? Не-не, дружище, какой стрим? Видеоролик. Видеоматериальчик, жесткий видеоматериалиус. И ты попал на этот контент. Как хочу, так и кричу. Кричишь ты жестко. Так, ладно, где наши джиггернауты противника? Давайте поздороваемся с бойцом. Так, ну и нам осталось всего лишь одного джаггера. Попробуем сейчас кинуть. Он откроется, открывается. Как открывается, так и закрывается. И чуть-чуть я его не добиваю. Ну там, наверное, супер лоу. Супер лоу джаггер. Попробуем сейчас играть можно по овердрайву. Если овердрайв, конечно, никто не заберет. Но овердрайв забирает наш тиммейт. Катер сейчас раздаст нам аудишку. Этот ауди, а, хоть нет, дает нам. Дает нам плюса по урону. Кидываем плюса по урону. И, кстати, даже джаггер с резом от Гаусса. Резиста от Гаусса, кстати, никто в матчмейкинге не берет. То есть, условно, Гаусс на дальность можно супер круто реализовать. Но любое другое устройство, как я уже сказал неоднократно, это супер слабые устройства. А чтобы устройства были в порядке, для этого что нужно сделать? Правильно, нужно апнуть пушку по балансу. Так, а Джиггернау, кстати, юзал свою оверку 100%, потому что у нее за такой период времени овердрайв никаким образом накопиться не мог. Это значит, что чел заюзал свою оверку, чтобы пожить в таком супер бою. И это вот этот чел, да? Первое место. 30 киллов у него. И он решил, что он хочет на джиггернауте еще целую минуту поиграть и дождаться моего супер овердрайва на аресе, чтобы я прожался еще с аудиком. Ну, я в принципе не против. Я в принципе не против прожать еще одну аудишечку. Вопрос только, откуда я ее буду прожимать. Я 25 секунд. И, наверное, мне придется ее прожимать вот прямо здесь, текущей. Только без бомбы, пожалуйста. Просто без бомбочки, без бомбочки. Так, джаггер открывается. Ну, давайте такую просто, да? Да-да. Нет, нет. Аудишка называется. И джаггер еще. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо, хорошо. По урончику пошло, пошло, пошло. Прекрасно, по урончику. И добавочку сверху с Гаусса уничтожил вражеского джаггера. Так еще и досрочный бой оформил. 800 очков я заработал за этот бой, но это далеко не показатель. Я бы сказал, что это все равно слабо. И все равно, в моем понимании, эта пушка находится на сегодняшний день в довольно-таки слабом балансе. Довольно-таки слабом балансе. И ее нужно апнуть. Нужно апнуть, чтобы она могла показывать хороший, бабловый, контентовый результат в нашем замечательном матчмейкинге. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо, ребяточки, за просмотр. Всем удачи. Купил еще гранаточек. И всем пока.